Идея создания учреждений прозвучала около года назад, во время визита в Ульяновскую область директора Государственного музея спорта Елены Истягиной-Елисеевой. Тогда, после общения столичной гости с губернатором Сергеем Морозовым, между Государственным музеем спорта и регионом стали развиваться партнерские отношения. Партнерские отношения с Ульяновской областью уже, можно сказать, сложились. За прошлый год мы провели ряд мероприятий, в том числе выездных экспозиций Государственного музея спорта. И губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов решил сделать первый в Российской Федерации филиал Государственного музея спорта, полноценный большой музей спорта Ульяновской области. 14 февраля в ЛГПУ начнет свою работу еще одна уникальная экспозиция – выставка раритетных спортивных плакатов 20 века. Сотрудничество сотрудничеством, ну а что же с созданием музея спорта? Директор Государственного музея спорта России пояснил в «Ульяновской правде» о конкретных шагах по его созданию. Перед нами стоит амбициозная задача за один год собрать материал, то есть спортивно-историческое наследие Ульяновской области, описать его, создать методическую структуру этого будущего музея, объединить научное сообщество краеведов, историков, любителей спорта, коллекционеров, ну и, конечно, на завершающем этапе, собственно, создать саму экспозицию, которая станет не просто еще одним музеем Ульяновской области, здесь много музеев, но и традиционным маршрутом, и местом для сбора, и местопрепровождения молодежи и так далее. То есть некое живое такое пространство для многих образовательных, просветительских активностей. Кстати, сдать экспонаты для будущего музея спорта сможет любой ульяновец. Главное, чтобы эти раритеты представляли историческую и музейную ценность. Мы уже начали работу по сбору и экспонатуры, и информации. Эта работа ведется активно совместно с педуниверситетом, в том числе Тамара Владимировна Девяткина оказывает нам всяческое содействие. Здесь есть и кафедры музееведения, есть также спортивные педагоги. Это все в комбинации очень удобно помогает нам как раз формировать музейный фонд. Это пока еще так в таком режиме, но вот методические материалы. И мы надеемся, что к концу года у нас уже будет сборник «История спорта Ульяновской области». Региональный музей спорта должен стать уникальным в своем роде музейно-спортивным центром, выводящим пропаганду физической культуры и массового спорта на принципиально новый уровень. Официальное открытие музея запланировано на конец этого года. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».